15 мая 2002 года национальная авиакомпания Air Astana выполнила свой первый рейс. И с того дня каждый пассажир Air Astana знает, что его безопасность – это главный приоритет для компании. И забота о пользователях всегда стоит на первом месте. Забота – это новые оснащенные борта, инновации в сервисе на земле и в воздухе и, конечно, программа лояльности клиентов «Номад Клуб», которой в 2018 году исполняется 10 лет. Участниками «Номад Клуба» сегодня являются граждане всех стран мира. Программа лояльности рада каждому вновь примкнувшему «Номаду». При этом все пассажиры могут рассчитывать на единый стандарт качества коммуникации и сервиса. It's really important that we have a loyalty program. I think the main reason being is that we recognize that all our customers have a choice. They have a choice of which carrier they want to fly with across all of our routes. So what's the program really trying to do? It's trying to drive loyalty to our services by recognizing the passenger, by rewarding the passenger, and also getting some insight as to what's really important. Сегодня Air Astana – это авиационный флот, состоящий из 32 воздушных судов западного производства. Национальная авиакомпания имеет амбицию стать одним из крупнейших эксплуатантов семейства Airbus Neo в Центральной Азии и СНГ. В конце 2017 года во флот был принят первый Airbus A321 Neo с завода в Гамбурге, который уже совершает регулярные полеты по сети внутренних и международных маршрутов. Также в 2018 году ожидается поставка 5 новейших авиалайнеров Embraer E190-E2, запланированных на смену Embraer 190. Мы стремимся к тому, чтобы быть одной из лучших авиакомпаний в мире, а оценивается это в первую очередь качеством предоставляемых услуг, не количеством воздушных судов. Можно иметь 1000 самолетов, но при этом предоставлять сервис на двойку, а можно иметь 10 самолетов и предоставлять сервис на 5 с плюсом. Вот мы скорее стремимся к тому, чтобы наш сервис был на самом высоком уровне. Это вот наша основная цель и задача. Естественно, учитывая самые высокие стандарты безопасности в авиакомпании, в нашей и в любой другой, в частности в нашей, безопасность является самым основным приоритетом. В 2008 году авиакомпания Air Astana, поставив одной из главных стратегических задач образовательной программы, запустила проект первоначальной подготовки пилотов «Ab initio». У меня появился интерес к авиации. Я как раз узнал о программе «Ab initio». Я решила стать пилотом. Я хочу заниматься этим всю жизнь. Программу на бесплатной основе завершили порядка 200 молодых граждан Казахстана, которые сейчас успешно работают в качестве вторых пилотов. А к апрелю текущего года 10 из них будут возведены в ранг командиров воздушных судов. Данный проект – это путевка в жизнь одаренным молодым людям, шанс освоить престижную профессию в отечественной авиакомпании. Кадрга. Өзімнің жас кезімдегімен, бұл жас балдарды салыстырғанда бұлардың көзқарастары кішкене жаңаша, өмірге қарау көзқарастары басқаша деп айтуға да болады. Қазіргі заманның талаптарына сәйкес. Әрине, біздің қатарларымыз, біздің жасымыздағы өзімнің әріптестерім басқа көзқараста, олар келгенде басқа көзқараста болды. Құрылыс басқаша болды, Совет үкіметінің кезінде болды. Қазіргі уақытта даму кезінде, мынандай заманның даму кезінде, осындай ұшақтар келіп атқанда, соған сәйкес деп айталам бұл жігіттерді. К началу 2018 года 209 бриллиантовых, 1667 золотых и 6510 серебряных участников «Номад Клуба» благодаря привлекательным предложениям испытывают доверие к программе лояльности и дальше продолжают приумножать свой клубный капитал. Персональный подход к ожиданиям элитных участников, приоритет в выборе посадочных мест, Wi-Fi на борту в качестве комплимента – одни из новых привилегий. И в скором будущем «Номад Клуб» запустит семейную, детскую и корпоративную программы.
всегда задают множество вопросов, начиная с вопроса моей мамы о том, почему я всегда в аэропорт приезжаю за 40 минут. Я маме говорю: мама, когда ты летаешь 80 раз в год, тебе дорога каждая минута. То есть то, что, ну, если это все помножить на 80 раз, это, ну, огромное количество времени. Поэтому действительно привилегии нужны не для того, чтобы отделить людей от другой массы. То есть они нужны для того, чтобы дать людям, ну, некий комфорт, некие, допустим, дополнительные 5 минут в их времени, чтобы они могли побыть с семьей и как-то где-то почувствовать себя чуть более комфортно, потому что они делают это каждый день. В нашем случае, учитывая как раз-таки в том числе и наш менталитет, мы добавили эту опцию посещения бизнес-зала и расширили ее, опять-таки, благодаря нашим пассажирам, часто летающим, благодаря пассажирам на Mad Club, которые делали нам запросы и просили расширить эту функцию и ввести еще дополнительного гостя, чтобы вот летит пассажир на Mad Club и хочет, чтобы с ним еще его гость прошел. Вот благодаря таким как раз-таки запросам со стороны пассажиров на Mad Club мы эту функцию ввели. Вот это своего рода тоже такая вот уникальная вещь, которая есть у нас. Она есть и в других компаниях, ну, в частности, в нашей она есть. Мы даем второй пригласительный для гостя. Сегодня авиакомпания Air Astana успешно развивает столицу как авиационный транзитный хаб региона. Таким образом, вносит свой вклад и в реализацию плана нации «100 конкретных шагов». Второе десятилетие у штурвала организации стоит команда высококомпетентных управленцев с многолетним опытом в ведущих авиакомпаниях мира. Все вместе – это интернациональная по происхождению, но цельная по миссии и задачам семья. У компании Air Astana грандиозные планы, и реализация их, несомненно, связана с интересами пассажиров, их безопасностью и комфортом. Постоянно растущая программа Nomad Club – один из ярких примеров. Как супервайзер по работе с бортпроводниками, конечно, в первую же очередь мы закладываем фундамент. Фундамент состоит из любви к людям, потому что без этой любви ты просто никогда не сможешь работать с пассажирами и оказывать высококачественный сервис. Air Astana впервые в Восточной Европе и СНГ, по оценкам компании Skytrax, удостоена 4 звезд и награды за качество обслуживания. С 2012-го обладатель ежегодной премии «Авиакомпания мира» в номинации «Лучшая авиакомпания в Центральной Азии и Индии». Air Astana является лидером авиационного рынка 2015 по версии издания Air Transport World.